Во всемирной паутине люди постоянно спрашивают меня, когда же, наконец, выйдет пародия на дружков. Мы долго думали и пришли к выводу, что невозможно высмеять человека, образ которого строится на том, что он высмеивает самого себя. Поэтому пародии на Дружко не будет. Но потом мы вспомнили, что сатира – это горький кофе, который, разливаясь, растекается по всему блюдцу. И не существует таких контент-мейкеров, которых мы не сможем спародировать. Это Дружко шоу. Расхайпуем нерасхайпуемого. Некоторые люди уверены, что Дружко шоу – это долгоиграющий продуманный проект. И эти люди – продюсеры Life News. У них нет мозга. Но лично у меня закрались на этот счет некоторые сомнения. И я решил провести собственное расследование. Я собираюсь отправиться на поиски самого загадочного и необъяснимого явления за всю свою практику. Возможно, этого вообще не существует. Я попытаюсь найти концепцию Дружко шоу. Я направляюсь в одно странное, жуткое и неприятное место. В головной офис Life News. Там я планирую узнать ответы на волнующие меня вопросы. Например, как долго создатели Дружко шоу планируют выезжать на том, что Сергей мем, который это осознает? Сколько еще молодежных интернет-словечек, забавно звучащих из уст взрослого человека, успеет произнести Сергей, пока они не закончатся? И, пожалуй, самое главное, когда Сергею Дружко уже хоть раз разрешат улыбнуться? Кажется, приехали. За мной. Закрыто. Видимо, правду мы никогда не узнаем. Ну а пока пародия на Дружко из необъяснимо, но факт ищет несуществующее, пародия на Дружко из Дружко шоу продолжит работу. Путешествуя по бесконечным интернет-лабиринтикам, я заметил, что каждый пятый топовый видеоблогер в России рекламирует игру War Thunder. А чем я хуже среднестатистического популярного контент-мейкера? Почему он может по достоинству прорекламировать многопользовательскую онлайн-игру, посвященную бронетехнике, морской авиации и флоту, с топовой графикой и отличной оптимизацией? А я нет. Больше такого не будет. Теперь я в игре. Здесь танки и самолеты схлестнулись в едином бою. Недавно в игру добавили новую нацию – Италию. А скоро будут добавлены и корабли. Лично я выбрал себе тяжелый советский танк ИС-3 с 13-миллиметровым пулеметом, которым можно сбивать самолеты, и при виде него противники даже не стреляют. Как не стреляют и шутки о моем телевизионном прошлом, которые сценаристы Дружко шоу вставляют для того, чтобы разбавить рекламу. В подводке к следующей рубрике должна быть шутка о том, что лично мне эта рубрика не нравится. Но на этот раз шутки не будет, потому что я нахожусь в
пародии. Ну и потому что на самом деле это единственная стабильная часть нашего шоу. Всем привет, с вами Лев Шагинян и Биржа Мемов. Судя по резкому наплыву мемчиков, у некоторых пабликов начались мемесячные. Так в поблососах ФТП «Борщ и овсянка, сэр», пролетавшие в небе орланы накекали прямо на мемес с афроамериканцами. По нашим прогнозам, он продержится как минимум месяц. Ну а чтобы почувствовать себя братьями Рофлинбергами, многие юзеры вложили все свои лукасы в мемаспром. И не прогадали, ведь вновь становится актуальным меменчандер «Удивленная бабка». Будьте предельно осторожны, ведь в некоторых лолом забытых паблидях вновь начинает всплывать мемыч «Пижамный пацан», но продвинутые мемчендайзеры не рекомендуют на него залукаться. Также не перестает быть актуальным мемчоус с разборчивым Дризи Дрейком. Он уже достаточно давно вызвал у многих преждевременное меме-извержение и не собирается сдавать своих позиций. Ну а наши оракулы предсказывают возвращение мемориала «Щедрый фрай». И возможно, что на его фоне у многих скукожатся мемчишки. И на этом все. С вами был Лев Шагинян и Биржа Мемов. И помните, на словах я Лев Толстой, а на деле мем простой. Многие зрители к этому моменту ролика, скорее всего, думают, как здорово, что в этот раз пародия на Дружко, ведь в выпуске наконец-то не будет матов. Хуй-то там! Ведь сатира — это пиздецкий горький кофе, который, выливаясь, к ебеням растекается по всему блюдцу. Ебнись, удивись. Кажется, кто-то в конец охуел. Ну и по традиции в конце спойлеры. Нас часто спрашивают, на кого будут ближайшие пародии. И я готов заспойлерить. Red 21, Лев против, Эдвард Атева, Фирамир. Вот на эту зашкварную поебнину пародии не будет никогда. С вами было Сатир-шоу. Лысый, поделись хайпом.